Здравствуйте, ребята! Отгадайте загадку. Вот так чудо! Вот так смех! Продается летом снег. Зимние подарки в упаковках ярких. Что это? Правильно, мороженое. Сегодня мы с вами смастерим мороженое в вафельных стаканчиках. Для работы нам потребуется гофрированная бумага разных цветов, использованная бумага, 3 детали контейнера от яиц, крышка от контейнера из-под яиц, гуашь, баночка с водой, кисть для рисования, черный маркер и клей-карандаш. Начинаем мастерить вафельные стаканчики для мороженого. Берем 3 заготовки и раскрашиваем гуашью разных цветов. После того, как краска высохнет, черным маркером рисуем полоски. Создаем сеточку. Наши вафельные стаканчики готовы. Приступаем к изготовлению мороженого. Берем использованную бумагу, мнем ее. Придаем бумаге форму шара. Делаем 3 шарика. Можно сделать мороженое разного размера. Берем гофрированную бумагу, кладем на нее бумажный шар мороженого и заворачиваем. Закручиваем все стороны бумаги вместе. Получилась деталь, похожая на чупа-чупс. Делаем еще 2 таких детали. Берем гофрированную бумагу других цветов и точно так же мастерим шарики мороженого. Теперь нужно соединить шарик мороженого с вафельным стаканчиком. Приклеиваем шарик к стаканчику при помощи клея-карандаша. Приклеиваем оставшиеся шарики к вафельным стаканчикам. Вафельные стаканчики с мороженым готовы! Теперь делаем подставку для мороженого. Берем крышку от контейнера из-под яиц, делаем 3 отверстия ножницами или деревянной палочкой. Здесь можно попросить помощи взрослых. Берем голубую гофрированную бумагу и обклеиваем подставку при помощи клея. Подставка для мороженого готова. Аккуратно протыкаем бумагу, делаем отверстие для мороженого. Размещаем стаканчики мороженого на подставке. Наша поделка готова. Теперь вы можете смастерить мороженое в вафельных стаканчиках и поиграть с друзьями. До свидания, ребята! До новых встреч!